На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Марина Румянцева. Я из школы 1500-я. Я из 3 А-класса. Сейчас я расскажу вам стихотворение Семена Пивоварова «У обелиска». Застыли ели в карауле, все небо мирного ясна. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас.